На горнолыжном курорте «Солнечная долина» идет подготовка к 42-му Ильменскому фестивалю. Сейчас здесь работает комиссия, в которую входят специальные службы города Миасса и сотрудники администрации. Их задача – проверить подготовку площадок к проведению фестиваля. На территории готов и палаточный лагерь, и парковочные места, и биотуалеты, и костровые общие зоны. Мы считаем, что вся территория готова уже сегодня. Сцена 15 июня монтируется утром, и всех гостей, которых уже принимать будут на сцене с 15 с момента открытия фестиваля. Фестиваль всероссийский, поэтому меры предосторожности, обеспечения безопасности жизни и здоровья участников фестиваля, а также зрителей рассматриваются очень серьезно. Здесь присутствуют представители МВД, отдел надзорной деятельности, представители МЧС по Челябинской области. Каждый смотрит по своему направлению и рассматриваем все от вывоза мусора до обеспечения людей питьевой водой. На фестивале традиционно будут работать две сцены – главная и лесная, расположенная ближе к палаточному лагерю. Заезд в сам лагерь начнется 15 июня в день открытия фестиваля в 8 часов утра. Ожидается около 15 тысяч гостей и более 300 участников фестиваля. Выступить приедут гости со всей России и даже ожидаются гости из Соединенных Штатов Америки.